Должников будут искать в социальных сетях. Федеральная служба судебных приставов России определилась со списком интернет-ресурсов, где ее сотрудники будут искать должников. В него вошли такие популярные социальные сети, как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» и «Фейсбук». В общей сложности список насчитывает 50 различных сайтов, форумов, социальных сетей и коммуникационных программ, обязательных для просмотра и поиска. Прописана и сама технология розыска нужных людей по их данным и фотографиям. К примеру, если приставу стало известно о профессиональной деятельности или интересах разыскиваемых, он может попробовать отыскать его на рекрутинговых сайтах типа headhunter.ru. Также в список вошли портал госзакупок России и сайт Российского авторского общества.